Телефон – это оружие. 565 тысяч. Да. Это только базовых станций. Вы что, себя так дешево хотите обмануть? Мембрана в тряпку превращается, когда вы используете наушники. Вы вообще реальную жизнь представляете без микроволновок, Wi-Fi, телевизоров, телефонов и прочего? Пишите в прокуратуру. Это уголовное наказуемое деяние. Теперь буду бухать и радоваться жизни. Вы что, с ума сошли? Уважаемые друзья, жизнь после физической смерти продолжается. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели моего канала, сайта, блога. Сегодня мы с Владимиром Николаевичем Тюняевым будем продолжать вот ответы на вопросы, поскольку от вас, от зрителей, приходит очень много вопросов. И вот некоторые из них, которые либо такие системные, структурные, серьезные, или повторяющиеся, те, на которых мы не отвечали еще, да вот мы на них будем отвечать. То есть я на какие-то такие, может, психологические, Владимир Николаевич, по существу, на конкретно технические или на ваши вопросы по сравнению каких-то, так сказать, якобы аналогичных устройств, которые защищают от воздействия свечей, электромагнитных излучений, от сотовых телефонов, Wi-Fi, роутеров и так далее. Кстати, напомним, кто еще не смотрел, что ведь посмотрите, во-первых, все четыре части, которые были под данным видео, ссылочку нажмите и посмотрите, это очень важная тема. А вот эти устройства, нейтроники, которые производят Владимир Николаевич, они защищают, по крайней мере, от, не всего, разумеется, но, по крайней мере, от того, что от сотовой связи, которой мы пользуемся, так сказать, все-таки в наше время, ну как, без нее, они делают, реально работают, на это было 4 видео, если вы скептик или там хотите охаять, то, значит, будьте человеком, по крайней мере, разумным, сначала посмотрите, сможете ли вы после того, что вы посмотрите вот те части, что-то сказать против. Если же вы уверены в себе, то мы приглашаем, да, вас на открытую беседу, экспертизы при любых научно-исследовательских институтах, в студии, на телевидении, где хотите, чтобы вы смогли и приведенные вами эксперты, если вы таких найдете, доказать и опровергнуть аргументированно, а не сам дурак, опровергнуть и доказать то, что они не работают. Это невозможно, но шанс такой мы вам всегда оставляем, так сказать, а тем не менее, почему это невозможно, посмотрите первые 4 части, вроде так, да? Да, правильно. Ну что ж, а теперь давайте перейдем сразу, чтобы время не терять, к вопросам вашим, будем отвечать. Я прям вот выписал, распечатал, вернее, вот такие листки, и сейчас мы по ним прям пойдем. Постараемся так вот... Кратко. Кратко, потому что их много, и по сути, время, да. По сути, да. Юрий Андреевич, благодарю за вид. Подскажите, сейчас у дальнобойщиков всегда в одном ухе наушник, который работает по Bluetooth излучению, но есть телефон, что лежит далеко, ну, метр, может, далеко, условно, но тем не менее. Но у уха постоянное излучение. Подходит ли нейтроник для такого наушника, или это другие волны, которые нейтроник не гасит? Ну и что с этим, собственно, делать? Краткая рекомендация. Да. На телефон, который, собственно говоря, передает информацию на наушник, нужно поставить нейтроник. Да, раз. Это так. Во-вторых, наушник надо убрать и по громкой связи сделать. Это два. Потому как даже если мы убираем резонансы, но остается воздействие на среднее ухо. И, собственно говоря, мембрана в тряпку превращается, когда вы используете наушник. Вот. Это об этом даже... предупреждают все ведущие компании, тот же Apple. Да? Почитайте паспорта. Это очень ценный совет. И, кстати, что касается, просто напомним, кто еще не в курсе. Нейтроник не убирает электромагнитные поля. Он просто, да, как я понимаю, не дает. Минуточку, нет. У него два, собственно говоря, основных вот свойства. Я просто вот хочу, да, сейчас меня поправить. Да. Как я, во-первых, он... как бы не дает вот этому резонансному воздействию, да, разрушать, влиять на ДНК, на клетку. Да, вот, да, это главное. А что это еще? Главное. А второе его свойство, со временем он изменяет поле, напряженность уменьшается электромагнитного поля, и электрического, и магнитного. Ага. Это факт. То есть второе... Да. То есть это очищение, экологическое очищение среды. Это его второе свойство, которого, по сути, мало как вообще есть изделия, которые это делают. Есть экранирующие материалы. Вот этим и отличает, да? Да, да? Нейтроник отличает. То есть это воздействие уменьшается на организм до 80%. Это существенно. Если вы время использования будете ограничивать, то практически безопасно можете пользоваться. Хорошо. Тогда давайте дальше. Пишет один человек. Так, я буду не лениться и смотреть ваше видео, а деньги вы за меня зарабатывать вот время будете. Это на то, что я говорю, мол, не... Вот спрашивают одно и то же, говорю, товарищ, не поленитесь. Ну, посмотрите видео, для кого мы их записывали. А он пишет, типа, какую-то претензию, типа, ну, пожалуйста, не надо. Так, ведь и я же лениться не буду таким образом вместо работы
философские видео смотреть, что ли, мол, буду, он говорит нам, философ. И о чем оно? Вы вообще реальную жизнь представляете без микроволновок, Wi-Fi, телевизоров, телефонов и прочего? Отключите роутер у себя в квартире, окажетесь на пересечении сигнала Wi-Fi соседей, радиоизлучения от сотен станций, спутников и так далее. Ну, сейчас, и вторую часть его письма я чуть позже. Но я просто от себя сначала скажу. Товарищ дорогой, вот такие же, кто так думает. Это что за у вас? Это не у нас философия, у нас жизнь. А философствуете дешево. Вы сейчас хотите тем самым сказать, ну что же, мол, вы от меня убираете это. Я вот как буду жить, как хочу, мне так удобно. И я буду в этом жить. А значит, я хочу оправдать то, что якобы без этого нельзя. Как нельзя? А вы не знаете, что есть люди, которые как бы ни телевизор не смотрят, не пользуются? Да. И вы знаете, что я вам скажу? Более счастливых людей я в жизни не видел. Конечно. А нет, я понимаю, что вы хотите. Ну тогда и парьтесь в этом во всем, радуйтесь от этого. То есть как без роутера нельзя? А у меня, например, роутер используется исключительно как проводник между одним кабелем, который к нему подходит, и другим кабелем. А если вы только можете на телефоне пальчиком тыкать, ну это ваши проблемы, только не говорите, не делайте из этого вывод, что по-другому жить нельзя. Что это за бред, да? Может, вы дополните что-то на эту тему? Ну, понимаете, есть такие люди, которые говорят, что все равно убирать. Есть такие. А жить вообще вредно. Но! Вы не представляете, сколько людей вот сейчас ко мне обращаются, к знакомым, чтобы им помогли от онкологии, от ВИЧ, от того, от всего. Их масса. И когда вы почувствуете себя плохо и побежите куда-то кому-то помощь просить, ну, тогда, наверное, поймете. А знаете, как один человек мне написал? Юрий Андреевич, когда я выпустил первую, кстати, дорогие друзья, обязательно посмотрите эту рубрику, называется «Начало». Первое видео вышло, на днях второе сделал. Называется рубрика «Сосиска в голове». Это как раз про тех, кто всю свою жизнь живет, и все мысли идут через любимую призму любимой сосиски. То есть это вообще философская как раз такая более глубокая рубрика. Так вот, что я хочу сказать. Я один написал, Юрий Андреевич, есть такие люди, их большинство, которые, даже умирая, лежа, вот умирая, думая о последнем что-то, найдут 1000 оправданий своей сосиски любимой и ничего не поймут. Есть такие, но хочу подчеркнуть, уважаемые друзья, жизнь после физической смерти продолжается. И у вас остаются ощущения, и память ваша открывается. Поэтому не тешьте себя иллюзией, что все заканчивается тем, что вы переходите куда-то, и все вам прощается. К сожалению, да, это к тому, что вот как раз, что нужно понимать, что, так сказать, вот своей глупостью и зацикливание на этой глупости и нежелание что-то развиваться, изучать и понимать, вас вот именно не спасет от последствий этой глупости, когда жизнь была вам дана для того, чтобы развиваться, а вы этот шанс не использовали. Посмотрите фильм «Пророчество», вторую часть. Там замечательно ангел сказал товарищу. В следующие 1000 лет вы не представляете себе, насколько ваши мучения будут жестокими. Ну, что-то типа этого. А теперь дайте вторую часть этого гениального письма. Он дальше пишет. «А что вы едите? В курсе, сколько там химии и насколько она вреднее того же Wi-Fi? Писать в органы?» – он спрашивает. «Но и сколько реально напишет? Сколько мер будет принято? Все это глупость, по большому счету, вредно или нет? С этим придется жить, и можете заниматься говорением сколько угодно». То есть он делает вывод, что несмотря на то, что он, допустим, понимает или думает, что писать куда-то или что-то делать нет смысла, а если он понимает, что надо писать, значит, он понимает, что проблема есть. Но дальше он делает алогичный вывод из этого уже дальше, что... Так что все это глупость по большому. Что? То, что вот мы правду вот эту говорим о реальной жизни, это глупость только потому, что бессмысленно куда-то писать. Вот видите, что с людьми происходит, какого мозги гниют у людей. Потом. С чего вы, дорогой друг, взяли, что мы едим? А вы знаете, что мы едим? Вот я, например, производитель биопродуктов. Вы хоть узнаете, кто вот я, вот вы посмотрели на моем канале, вы хоть узнаете перед тем, как вы что-то писать, глупость. Я сразу про Преображенского вспоминаю, что на Шарикове говорит, что о вселенских вопросах с такой же вселенской глупостью судить. Вы хоть сначала изучите. Я производитель биопродуктов органических, я химию вообще не ем. Кроме воды, правильной, я ничего не пью. И так далее, и так далее. Ну и мой коллега, и, собственно, разумные люди все к этому стремятся. Вот как можно вот это все? Это просто дешевое оправдание своей слабости и глупости. И бездействия. Ну, все, на этом... Дальше.
Теперь пишет один. Послушайте настоящего физика о вреде электромагнитных устройств связи. Ну, а даже, значит, можно не смотреть, потому что физик оправдывает Wi-Fi. А человек тем самым оправдывает себя, успокаивает. Таким образом, что вот, мол, это как с алкоголем. Какой-нибудь сволочь Иуда скажет, например, из ученых, что, мол, алкоголь даже вот полезно в каких-то случаях. А человек, о! А доктор, профессор, пить разрешил, ну теперь буду бухать и радоваться жизни. Вы вспомните, Владимир Владимирович, что сказал на реплику одного из кого-то из театральных деятелей, что надо разрешить алкоголь продавать на чемпионате мира по футболу. Он говорит, вы что, с ума сошли? Ну, представляете себе, до чего дошли вот эти финансовые интересы, превалируют над здравым смыслом, собственно говоря. А физикам, еще раз подчеркну, да. Мы уже третью, четвертую передачу повторяем. Еще раз. Не делай это физиков. Физики не знают организма. Да. Посмотрите первые четыре части. Теперь, что поделать с такими, другой человек, с такими умельцами, которые ставят сильный вопрос. Которые ставят самодельные усилители сигнала Wi-Fi роутера у себя на окнах квартир, способные раздавать направленный интернет на расстоянии 5 километров. И приводят ссылки. Дальше. Или профессиональные дальнобойные усилители, раздающие до 50 километров, дают ссылку. Я видел такие ролики. Да, да. Или такой Wi-Fi мост от вышки городского дома до дачи. То есть, который там... Пишите в прокуратуру, это уголовное наказуемое деяние. А, значит, что, давайте вот системно, что человек должен сделать? Он пишет прям по месту этой... Ну, человек должен написать письмо в Роспотребнадзор, раз, пригласить лабораторию и написать в прокуратуру жалобу на то, что кто-то без разрешения использует усилители сигналов. Еще раз подчеркиваю, что до 30% даже базовых станций установлены без разрешений. Эта информация была озвучена профессором Сподобаевым на слушании в Совете Федерации. То есть это факт. Факт. А плюс ко всему, даже если они с разрешением поставили, они потом раз и мощность добавляют. Естественно, мало кто следит. Тем более, что Роспотребнадзор, подчеркиваю, в последнем докладе говорил, что 95 тысяч станций они исследовали. А их, извините, по данным телекоммуникаций, 565 тысяч. Это только базовых станций. Извините, военные, космические, знаете, и так далее. Я так далее. Вот честно скажу, вот на тот первый, ну, на одно из писем, на ответ, что я, вот, честно говоря, я понимаю, что мы должны как бы вот в реалиях этого мира, ну, пока он такой есть, ну, не то, что неправильное слово подстраиваться, жить, но максимально делая мир это лучше, насколько мы можем. Максимально убирая в своей жизни вредные факторы и принимая, разумеется, положительные. Но я честно скажу, лично для себя, я бы вот прям вот, вот то, что в мире сейчас вот это творится со всех сторон, был бы вот просто счастлив, чтобы в один миг, ну, такое чудо бы случилось, и мы бы действительно оказались, ну, только не зимой в лютый мороз, а хотя бы, как Стерли говорится, вот в этом плане я с ним согласен, с весны, без всякого электричества, без поганых облучателей, да. Средств контроля, всего этого сатанизма поганого. Вот я был бы сейчас, и была бы жизнь спокойная, не нервная. Ну, то есть она там есть везде, в любой жизни свои, понятно, сложности, но они ни в какое сравнение не идут с тем, вот этой гонкой сумасшедшей, от потребления до гонки, вот этой нервозной, от работы до дома, тут проблемы, там проблемы. Это вот, и это из этого порочного круга нет выхода и конца, если дальше будет все так. И что, это жизнь человека. Да, зачем жить-то? Зачем? Смысл какой? Да. Вот я вот, да, вот поэтому говорят, что без этого? Да, без этого. Без, очнитесь. Ладно, идем дальше. Не буду дочитывать. Дальше человек говорит, что это же ужас какой и так далее. Ну, понятно. Теперь, итак, обращайтесь. А дальше. Можете опубликовать документ, который не виден на видео. Ну, видимо, на первом. Котором... Как понял, это материал доклада Совета Федерации. Я не смог найти документ на сайте Совета Федерации. Мы можем его, да, ссылочку дадите, а мы выложим, ладно, под этим видео? Да, я вам ссылочку дам. Тогда, дорогие друзья, вот кто, кому интересно, что было в Совете Федерации, доклад, вот он будет по ссылочке под данным видео, нажмите в Ютубе под видео еще, словечко еще. Можете набрать 11 июля заседание Комитет по социальной политике Совет Федерации. Ну, проще. Просто вот так написать. Ну, хорошо, или под этим видео, до которого вы смотрите. И там сейчас. Три доклада прослушайте. Все, будет повешено. Теперь дальше. Нет, ну надо же нести такую пургу на полном серьезе. Это нам. Айда все в тайгу, жить в землянках, питаться мхом и ягодами, колпак из фольги не забудьте. Вот я даже, понимаете, я вот, это вот вообще-то надо было в рубрике «Сосиска в голове» говорить. Имя есть? Имя? Алекс Бойко.
Алекс. Да. Нести такую пургу на... То есть, то, с чем вы категорически не согласны, потому что вы любитель тыкаться пальчиком в какой-нибудь смартфон, не дает вам права говорить и судить о том, о чем вы не разбираетесь, только лишь чтобы успокоиться и просто грязи полить кого-то. Это вообще недостойно человека разумного. На каком уровне развития вы вообще находитесь? Я думаю, что не стоит даже это обсуждать. Не будем. Теперь. Хватит людей пугать громкими заголовками и сенсациями. Нынешние люди – дети своего времени. Как люди 100, 200, 600 лет назад были детьми своего времени тогда. Сопутствующими этим времени соответствующими вещами, технологиями, явлениями, данностью. И никуда от этого не деться. Просто разумно ко всему относиться в меру. А и пишет, что в меру, то, что он сказал, это тире, классика в любые времена. Ну, товарищ, сначала я вот, если можно. Что-то там вы там пишете, сравнивая то, что сейчас творится, с тем, что было 100, 200, 600 лет назад. Нынешние люди, дети своего времени. Ну, а вы рады, что у нас сейчас в наше время идет деградация, и люди в дебилов превращаются? Я, например, нет. 200, 600, 400 лет назад технологии, которые массово убивают людей, делая из них дебилов, умственно отсталых, с онкологией головного мозга, который каждый год возрастает на 10% там, и так далее. Вы этому радуетесь? Я, например, нет. Что у вас за протест? Тоже, что ли, сосиска в голове? Вот правда, действительно, для этой рубрики надо было. Но, тем не менее, может быть, добавите что-то к этому? Я добавлю. Вы не понимаете, уважаемые друзья, что телефон – это оружие. Вы вспомните, в декабре 2017 года опубликована была информация, что мальчик включил программу с ультразвуком. 29 человек, школьников, уехали в больницу. И вы думаете, что это невозможно сделать массово? Очень просто. А определенным людям идет звонок, и они берут и в окно прыгают. Да. Или это что, тоже типа фантастика. А, в общем так, значит, для таких дебилов, я по-другому сказать не могу, уж извините, я прямой человек, но имею право говорить то, что я думаю. И вот я так думаю, я обращаюсь к таким людям, не ко всем, к таким людям, так. Значит, я опубликую вам ссылочку, которую мне прислал один мой товарищ, про то, что вас, дорогие товарищи, ждет в ближайшее время, если вы будете такими же дебилами и будете покорно, как стадо вот баранов, идти на убой. Что будет с вами? Хорошо? Посмотрите, я прям пишу для стада баранов, а вы посмотрите. А видео о том, что уже есть дроны, вот его берут вот так маленькие, вот так вот кидают прямо вот в воздухе, а он самоуправляемый, с интеллектом, то есть он просто стабилизируется там метрах в трех, то есть его даже не кинешь. Потом раз, в человека летит, в кого надо, определяя его. А у него 3-граммовый заряд. И он прям бум, и дырка в голове, то есть умер. А, значит, вот это ваше дело скоро. Воздействие. А на самом деле можно и из телефончика запустить. Нет, потому что вот эти некоторые радуются. Вот мы еще сейчас одно зачитаем, но позже. Так, теперь, слава богу, что есть режим полета, пишет человек. А режим полета как-то спасает вообще? Это хоть что-то или нет? Я просто не в режиме ожидания работает, это меньше, конечно, вред, но тем не менее... Ну там что-то идет или нет какие-то? Ну, просто... ну связь-то осуществляется. Остается. Конечно. Ну то есть просто уменьшается сила воды и все, а так остается. Я просто не в курсе, потому что я не пользуюсь этими тыкалками, я их называю. Вот я... У меня такой кнопочный телефон старого типа, а письма, почта, там, отвечаю на вопросы, я только на компьютерах. У меня принцип такой. Очень хороший девайс для защиты излучения одеяла «Серебряная стража» компании TV. Утром вместе, утром встаешь как огурчик, так сказать, для производства серебряной ткани используется передовая технология нанесения ионов серебра ультразвуком. Данная технология показала свою эффективность, поскольку ткань, как будто пишет производитель, приобретает уникальное полезное свойство, присущее серебру. Эксперимент на батарейках показали, что такая ткань обладает превосходной антимикробной активностью, ну и так далее. Что про это скажете? Вы должны понимать, что любое отсечение по энергетике потока, вот это одеяло отсекает вас от потока космического, и вы страдаете. А убийство микробов, они же есть и полезные, а как у нас процесс обмена-то осуществляется через микробы? Поэтому, дорогие друзья, вот, скажу тоже, что кто вот, любитель кремниевой, шунгитовой воды и прочее, я хочу вам сказать. Вот если вы пользуетесь той целью, что в источниках природных боитесь, чтобы инфекция не попала в организм, как вот отряды Петра шли, мясо кидали в колодцы, шведы шли, дохли от болезни, ну пили эту воду, обратно шли, чтобы пить самим, они кидали шунгит, чтобы убивать микробов. Вот если для этих целей, то это совершенно оправданно. Но если пить каждый день, писать, то вы будете убивать только патогенную микрофлору, но и симбиотическую родную, поймите это. Ну что ж с людьми происходит? Одно замечание. Если производитель говорит, что это целебное изделие,
товарищи, значит, время, доза, эффект. Вот и все. Да. Читайте инструкцию. Да, теперь давайте дальше. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Читая комментарий, узнал случайно, что будет продолжение беседы с Владимиром Николаевичем. Да. Будьте добры, спросите у него, что это за левый и право поляризационный ток, торсионный ток. Угу. Правда ли, что есть такие генераторы электрического тока, которые способны выдавать такой ток, левополяризационный, который не наносил бы вред своим ЭМП-полям, электромагнитным полем, животным и людям. И мало того, еще и подавлял развитие паразитов и грибков в человеке. Если все это сказки, там, вот центр такой-то, его перечисляют магнитотрон, пожалуйста. Да, ну расскажите. Магнитотрон, ну, здесь несколько вопросов было, я с ними знаком, Патрасенко, да. Уважаемые друзья, и тот же профессор Неумывакин положительно об этом я видео посмотрел. А это следующий программа. Да, ну это в один вопрос, я думаю, ответ можно его и сделать. Тогда давайте тогда я его зачитаю сразу. Да, да, пожалуйста. От этого же человека, он пишет: благодарю за видео, хотелось бы узнать про магнитотроны Патрасенко, о которых так лестно отзывается профессор Неумывакин, дает ссылку человек. Но, к сожалению, уважаемый Владимир Николаевич, не знаком с данной разработкой. Интересно, почему не знаком, он делает такой вывод, да, я вот не понимаю. Интересно было бы узнать, что же это за лево-право-позиционный ток, ну и вот как раз вымысел, так, маркетинговый вымысел под продукцию Патрасенко или правда. Кстати, интересное развлекательное видео по использованию высоких, ну это ладно. Угу. Так, ну вот такая группа вопросов. Ну это достаточно широкая тема, я постараюсь кратко. Да, это кратко. Кратко. Да. Что такое торсионное поле, которое Шипов-Акимов теорию свою предложил? Это вращение левое или правое. То есть по славянской традиции это посолонь или коловрат. И тот, и другой оказывает определенное воздействие на пространство и человека. И нужно смотреть по данному месту, по данному времени, по состоянию человека, когда вам полезно или то, или другое. Они оказывают разные действия. И нужно только индивидуально смотреть, что это такое, с какой силой и какое воздействие оказывается на организм. Касательно изделий, которые вот как бы представляет из себя Патрасенко, они работают все по-разному. Подчеркиваю, если любое действие оказывается на организм, значит, это изделие медицинского назначения. Значит, это таблетка. Значит, должна быть доза эффект. Какое воздействие оказывается, положительное, отрицательное или никакого, это вопрос к производителям. Я не могу говорить об этом или там охаивать. Я знаю, что они все работают по-разному. Все абсолютно. Что-то хорошо, что-то плохо, что-то никак. Я вам могу показать, что у нас есть списочек, вот, пожалуйста, из анализ там более 60 изделий различных, то есть которые вот таких вот прошли изделия, через нашу лабораторию, и все они работают по-разному. Кратко, есть 4 вида воздействий. Это стимуляторы, их более 60%. То есть стимуляторы оказывают стимулирующее воздействие на иммунную и так далее, и центральную нервную систему. А если это, значит, стимуляторы, то... А стимулятор невозможно, чтобы он работал постоянно. Ребята, значит, вот 5 минут или 15 минут. Или же, если они будут работать постоянно, то, предположим, у человека начинается, не дай бог, конечно, никому, ну, например, раковые... Так процессы, естественно! Так это вы усилите развитие раковых опухолей. Так естественно, стимуляция невозможно постоянная. А далее, есть угнетатели, тоже таких достаточно много, которые почки угнетают. Но тоже надо доза эффект, надо смотреть, насколько они воздействуют и сколько времени используют. Вот если человек или группа людей не знает, вот многогранно этот мир, влезает в область неизведанного, находит методом тыка какие-то вот отдельные, на отдельных людях эффекты и выдают это за такие норму и, так сказать, обобщенно, что это якобы на всех и только благо, то это, так сказать, ну вот просто, ну неправильно. Это неправда, да. Еще есть так называемые энергетические коконы. Угу. Они практически все рабочие, но они создают энергетический кокон. Человек закрывается полностью от всего. Ну, а человек-то открытая система, даже вот последнюю статью вчера мне прислали. Да, ученые очень глубоко исследовали как раз на микро-макро уровне, что человек открытая система. Он не должен закрываться от космоса, от Земли, от всего этого, потому что он должен
этим, он этим живет. Я единственное тут добавлю, что если действительно, нет, это обосновано только тогда, когда, например, человек действительно входит в какую-то зону особых, там вот на станциях электрических, там, когда вот это все. Это рабочая среда, а это вот, другая история. И он история. Тогда оделся и действительно защитился от сверху. Временно, только временно. Да, временно. Но, извините, вы в зону радиации входите, вы одеваете что-то, и то это настолько слабая защита на самом деле. Лучше, чем но, ничего. Тем не менее, в данном случае то же самое. И четвертый вид изделий, это те, к которым относится нейтроник. Это те изделия, которые устраняют воздействие от излучателей или от тех вещей, которые на вас воздействуют. Это изделие не трогает организм. Он только работает с излучателем. Вот чтобы это нормально. Источник, чтобы воздействовать, чтобы среду изменить. Мы живем в среде, поймите. И наша среда должна быть гармонична для нас. Есть еще геопатогенные зоны, которые не учитываются. Да, вот в последних работах они учитываются. Да. Это тонкие взаимодействия на тонком уровне. Химия не меняется, но меняется структура молекулы, пространственная ее ориентация. И у нас разрыв получается в ДНК, в хромосоме, на мембране клетки. И вот их в микро этих изменениях получается развитие различных заболеваний. Понятно. Понятно. Ну хорошо. Кратенько. Да, давайте дальше тогда. Есть ангарская фирма Sievers. Тоже занимается таким же, типа человек пишет. Мне интересно было во мнении вашей коллеги, обманывают ли они народ или что-то стоящее предлагают. Да? А еще раз я подчеркиваю, что вот у нас более 60 изделий. Вот. Да-да-да, ну, перечислено, там, которые проверялось. Которые тестировались. И вот по всем изделиям, которые вы предлагаете, вы в первую очередь почитайте их паспорт, что они говорят. Потом я уже перечислил. Они должны сказать, если это воздействие на организм, значит это плохо. В любом случае. Вот. То есть ваш критерий оценки случае. Должен быть какой? Это простой метод. Только спрашивайте хитро, чтобы вам специально не сказали не-не-не, то есть понимая, как бы закрытку вашего вопроса. Если это изделие, которое воздействует на излучатель, надо посмотреть характеристики. Слушайте, я вот просто еще хочу сказать: вот нет, все правильно, что люди спрашивают, изучают, ну, да, люди под его ума. Это очень правильно, критически осмысливать все. Я просто что вам еще раз вот хочу сказать: вот есть. 20 лет существует на рынке в России. Это почти пятая часть столетия уже. Да. Это доказано абсолютно и никем не может быть опровергнуто, и потому что уже тысячи были вариантов, проверок, нападок и прочих заковык не получилось. Работает точно. Стоит недорого. Тут невозможно оценить, дорого или нет. Это не миллион рублей. А когда речь про здоровье, значит, в зависимости от количества, которое вы будете это покупать, приобрести можно сразу, говорю, у нас на сайте nadgar.ru, вот именно эти настоящие, качественные, свежие, что называется, как хотите, это дальше продолжайте, тезисы мои. Так вот, nadgar.ru, переходите в раздел на каталоге в защиту вот, от воздействия, так сказать, ну или просто нейтроник наберете, вы увидите все варианты, сколько вы берете от этого скидки, вот от 900 рублей, а средняя цена в России 1000 рублей, то есть от 900 у нас и до там, 600 рублей, и даже, по-моему, ниже, в зависимости от количества, которое вы берете. Есть оптовые цены, оптовики тоже обращайтесь, или пишите на почту aravana@bk.ru. Но лучше через каталог сразу берите и заказывайте. Вот и говорят, есть хороший посыл, от добра добра не ищут. Вот когда вы все изучили, уже поняли смысл, который мы вам сейчас хотим донести, именно смысл, то, ну, я не знаю, делайте выводы свои. Хотите еще что-то искать, терять время, есть в жизни много времени заниматься всем, ну, пожалуйста. Да, нет, почему? Право каждый человек. Конечно, да. И вот про магнит. Человек говорит, у меня на чехле телефона магнит, как чтобы клеить к этой, знаете, ну, да, я понял. К машине или к железной этой штуке, чтобы он там вот. Можно ли туда, магнит не повлияет на работу нейтроника? Нет. Можно, да? Можно. Все, отлично. Теперь... услышал о вас с блога Столярова. Да. У него помещена ваша лекция о вреде Wi-Fi. Интересно, ваша взял лекция. Мою лекцию. Да, ну первую, которая уже там 300 тысяч просмотров набрала. Да. 3 года назад приобрела его прибор защиту Агион, который называется, на телефоны, телевизор, роутер, я так понимаю, вот, ну ладно, сейчас вот ответим. Через сетевую компанию Argo. Вам знакомы эти приборы? Не являются ли они стимуляторами, о которых вы упомянули в беседе с тенями? Заранее благодарю за ответ. Да, Столяров вор. Вы можете посмотреть по ссылке на НТВ, мы снимали. Я дам эту ссылку под видео. Фильм. Используют наш патент. Я обращался в Следственный комитет, в ФАС, в Роспотребнадзор. Везде отписались. Ну, до сей поры, как бы мы еще не судились.
Это дорогое удовольствие, и я думаю, Бог его накажет за все эти дела. Тем более, что у него мозгов не хватает даже на то, чтобы изделие назвать. Название наше, мы ему дали это название. В 2005 году он с нами сотрудничал, потом тихонько отделился, без нашего разрешения начал на Украине производить, а теперь вошел вот два года назад на территорию России. Обалдеть, не знаю, вор. И самое главное, что изделие, которое он производит, оно менее, на 60% менее эффективно, чем нейтроник. Изделие. То есть по патенту нашему, тупо, наш патент. То есть он попытался тупо скопировать. А там есть, да, там есть нюансы, которые он просто он не знает. Воспроизвести. Он не знает, он просто неграмотный человек. То, что вы посмотрите, если кто захочет, конечно, по ссылочке, там буквально 2 минуты или 5. 4 минуты, да. Там вы просто поймете все, но это, как сказать, мне даже неприятно про такие вещи лично говорить, я очень не люблю таких людей, знаю таких людей. И передайте всем, пожалуйста, что Столяров вор. Да, а если какие-то Столяров, так сказать, претензии захочет в суде, вот, пожалуйста, пусть обращается к Николаю Николаевичу, никаких проблем, только он... Никаких проблем. Теперь дальше. Я посмотрел все ваши видео с Тюняевым. Ну, благодарю. Разумно. Надеюсь, вы знаете о смарт-счетчиках. Ведь о них вообще никто не говорит. А ведь еще грязное электричество, когда кроме обычных 50 Гц в сети гуляют другие частоты, от которых проводки, розетки излучают более вредное, чем обычное поле. О как. Причем я докопался до того, что грязное электричество создают экономные лампы. Все, кроме накаливания, смарт-счетчика, солнечные панели. Есть стабилизаторы, устраняющие грязное электричество. Подумайте, может, над этим, чтобы их добавить в свой магазин после изучения вопроса. То есть, это он спрашивает. Об этих приборах говорит физика, кандидат технических наук Ковальков В.П. в видео Ковальков В.П. о психофизическом оружии, часть 1. Также он называет в начале видео прибор, которым можно измерить эти лишние частоты в розетке. То есть, вот этим прибором, вот эти лишние. Вот эти, ну, да. Я видел. Этот прибор тоже можно взять для продажи. Главное, ознакомьтесь, ну, так сказать, так ли это и прочее. Ну, вот, давай. Отвечу, опять-таки, кратко. Да. Грязное электричество, ну, это понятие такое, ну, благоприобретенное какое-то общее. Но дело в том, что вообще электромагнитные поля, весь широкий диапазон, они наносят вред человеку. Любые. Любые. Кроме природных, естественных. Да. Через электрические сети, да, возможно, какие-то сигналы запускать. До этого уже додумались и считывают информацию и так далее. Это факт. Определенный. То, что можно померить, а дальше что? Ну, померили вы. Вот мы еще раз подчеркиваем, что априори все, что светится, вы о лампах накаливания и светодиодных, да, у них уровень электромагнитных полей превышает все допустимые нормы. Световое воздействие на глаза ужасное. Только отраженным светом можно ими пользоваться. Это факт. Вот в Совете Федерации специалисты говорили, действительно, не сертифицируют, не проверяют лампы. Безумие творится на самом деле, потому как они искажают наше восприятие внешнего мира. Поэтому, С накаливания такого нет, да? А с накаливания простые нет такого, обычные лампы нет такого. Они, конечно, есть у них поле электромагнитное, но не настолько оно влияет на человека. А вот это безобразие, да, это факт. То, что счетчики использовать, ну, еще раз повторяю, это дилетантство. И то, что Ковальков говорит, он прав, да, это оружие, это воздействие, это то, это другое. Но мы говорим о том, что как от этого защититься. Да, да. Выключаете просто электричество, потому что если вы даже стабилизатор поставите, ну и что стабилизатор, что он вам сделает? Он стабилизирует выходящий поток энергии, ток на выход чего-либо, а внутри сети-то у вас все остается. Кто вам сигнал-то этот запускает? Опять-таки, это вопрос-то, в общем-то, надо задавать службам, которые генерируют. А если вот у человека частный дом, и вот в одной кабель пришел к нему, и он через стабилизатор, мощный, конечно, на сколько киловатт пришло, уже пускает... Ну, возможно, если вы стабилизируете, да, там, да, какие возможности... Ну да, у кого-то есть. Ну, нужно на вас воздействовать или не нужно? Это вопрос большой. Ну хорошо, да. Теперь тогда продолжение этой темы, ну как бы другой человек. Хотелось бы узнать мнение Тюняева про серебряный венец. Это ужасно. Радимина, да. Он действительно защищает голову от излучения? Он как раз прекращает поток, который вас питает энергией.
Не используй. Не используй, все. Так, есть защитные наклейки, уменьшающие воздействие ЭМ-излучения. В компании Арго, ну, продаются, называются Агион. А, ну, мы об этом уже, да, как раз говорили? Агион, да. Это вот этого, да? Как это вор, Столяров. Все, Столяров. Агион. Не будем, видите, уже несколько это человек. Это контрафактная обалдеть. Продукция, так к этому относитесь. Ну, ясно, все, да. Юрий Ильич, было бы неплохо, если бы вы напечатали правильными словами и коротко листовочку о вреде Wi-Fi излучения, которую можно было бы распечатать и расклеить в лифтах, по квартирам, в подъездах, чтобы жильцы, по крайней мере, вокруг своих квартир провели такую работу и запасили себя. Ну, то есть, чтобы хотя бы кто-то задумался, вот скажем так. В принципе, это неплохо. Я единственное, не могу найти время, правда, ну, не секунды лишние, но это очень важное дело. Владимир Николаевич, если у вас, ну, появится возможность, ну, кто-нибудь, скажем, первый из нас, можно действительно так вот, чтобы на формат А4 сформулировать... Да найти... у нас много вообще всего. То есть вот те слова, вот знаете, как бы все, чтобы люди, мол, очнитесь, вот, ну, и что, и вот теперь внимательно читайте текст, и вот что-то такое, потому что, может, вы не всерьез воспримете вначале, но поверьте, дочитайте. И вот, и дальше вот это аргументы. Можно попробовать так? Можно, да. У нас линейка есть таких листочек предупредительных, но самое, я думаю, действенное, если вы по кольцу едете, по московскому, вот новое кольцо МКЦ, которое, так. Там постоянно показывают предупреждающие ролики, короткие. Что там вас, вы можете вот зацеперы или те, кто пьяный на пути. Там шикарные ролики, краткие. Вот с них можно взять пример и ну, что-то листовку. Придумать. Да, ну все-таки, да. Знаете, ну, что то ли в Англии, то ли где-то еще собираются на церквях эти на каждом наверху использовать как Wi-Fi раздатчики мощные, так сказать, еще делать. Как это символично, да? Ну да, но вообще в Англии в метро не используют Wi-Fi. Во Франции вот... запретили в школах использовать вообще телефоны. Вот такое право на церквях, типа, чтобы раздать. Может быть. Да, ну ладно. Есть карты Шубина, которые блокируют электромагнитное излучение срок действия до 5 лет. Кому интересна информация? Так, это, видимо, реклама. Да? Шубин проиграл нам на конкурсе, мы конкурс выиграли, а потом это изделие Шубина воздействует на организм. Вот. То есть, и далее все, мы не надо, об этом значит. Говорили уже. Так, Юрий Ильич, ну есть такое, это я знаю от одного, он несколько раз писал, я вот это шокировал, не знаю, может вам это понравится. Юрий Андреевич Воров, неправда, я перепроверил, то есть это уже я ему кое-что ответил на его письмо, а вот я перепроверил, да. Wi-Fi излучают энергию, а вода ее впитывает. Что бесспорно. Поэтому Wi-Fi заряжает воду и делает ее целебной. Я не знаю, что значит. То есть, нет, то, что воздействует, совершенно безусловно. Верно. Первая ваша, так сказать, фраза, она абсолютно просто... Правильно все. И поглощает вода энергию. Вторая фраза, что то есть, поэтому, то есть, он вывод из того, что она впитывает информацию, вода... Нет, она энергию впитывает. Он говорит энергию. Про энергию. Про информацию чуть-чуть. Да, хорошо, хорошо, ладно, энергию. Ну, это я уже просто знаю, что это... Да. Ладно, энергию она. Хорошо, то есть воздействие идет. Правильно идет воздействие. Угу. Теперь, поэтому Wi-Fi заряжает воду и делает ее целебной. Вот откуда вот этот вывод? Где здесь вообще... То есть все, что... Хорошо, кирпич воздействует, падая с 5-го этажа на вашу голову. Поэтому удар... делает ваш разум более глубоким и ваши знания более обширными. То есть примерно так. Да, просвещенность приходит. Ну, то есть, вот Ньютону яблоко, а вам кирпич по голове, ну пусть 15-го этажа. И значит, вывод такой логичный, что вы будете гораздо умнее, когда кирпич вас ударит с 15-го этажа по голове. И вы будете гением просто. Правда, так сказать, головы не будет, но это, в общем-то, не важно. Тут то же самое. Если серьезно об этом говорить, то на самом деле... Нет, вам давайте дослушаем, что он пишет. Он же дальше. Если пить эту воду, благодаря памяти воды, вы получите дополнительную энергию. Вы думаете, что Кашпировский работал бы без телевидения? Он знал про эксперименты советских ученых и использовал для лечения людей. Миллионы людей не могли ошибаться. На правах, ну ладно, не важно. Я, если серьезно говорить, то на сегодняшний день ни один ученый, ни одна организация, которая изучала свойства памяти воды и ее информационную составляющую, не знают, что это такое. Не могут оценить ее. Нет такого. Я спрашивал у Рахманина Юрия Анатольевича, это ведущий специалист по воде в мире, да, академик. И он говорит, да, на сегодня нет пока... системы, которая бы определила уровень информации или ее качество воды. Нет таких ни приборов, ни систем. Единственное, что можно сделать,
и утверждаю, что наиболее точная диагностика воды – это маятник или рамка. И вы сами можете это определить. Она на данный момент подходит ли вам или не подходит, какое оказывает действие. То есть это профессия оператор биолокации. Вы можете сами оценить это, можете поучиться этому. И вы точно можете определить любой продукт, насколько он вам полезен или не полезен. На сегодняшний день еще раз утверждаю, что более точной диагностики не как существует. Как бы это ни слышалось смешно, выглядело, но тем не менее. А как вы оцениваете вот на то, что Wi-Fi излучение делает воду целебной? И... Да это глупость большая. Я вот не делает он ее целебной. Да, и, ну как кирпич, в общем-то, да? Да. А еще интересно, знаешь, что он до этого писал? Типа он как выводом пришел, что типа он воду этой поливал растения, они лучше росли. А я вам скажу, что вот в Чернобыле, или вы поняли, в чем мысль? Нет, количество энергии, никто не спорит, что он осуществляет рост. Но что происходит? Мутации, что болезни потом поражает, и потом наследственность страдает, и нет потомства, это факт. Я вот поражаюсь, откуда? Вот знаете, читайте Достоевского, читайте Толстого, кстати, хотят и Достоевского, и Толстого убрать из школьной программы. Знаете почему? Потому что дети настолько стали тупыми, как вы говорите, что типа они не смогут просто даже воспринять то, потом что там... Потом Пушкина уберут, Лермонтова. И там. Так и будет. И я вам, пока эта система есть, я вам скажу, что вы сейчас льете воду на мельницу вот этих товарищей. Вот то, что вы говорите, вы продукт, получается. Вы уже не можете мыслить глубоко, системно, многопланово. Ой, это, знаете, как такая же разница, как примитив. Вот есть пищевая цепь в экосистеме, примитивная для условного понимания людей с азов, школьников. А есть пищевые сети, сложнейшие отношения в биогеоценозах, в экосистемах, да, среди животного, растительного, грибного царства и так далее. И вот чтобы это понять, нужна первая ступень, о чем тоже Толстой в первой ступени, чтобы стать человеком. Вот о чем первую ступень он писал. Что если вы хотите стать человеком, пройдите по ступени вот этого становления с нуля, коли вы уже расчеловечились. Вы понимаете мою мысль, которую я хочу сказать, что... Вот вы мыслите вот именно так, как даже в нулевой ступени. Вы вообще не делаете выводы, нету логики у вас. Добавить небольшое замечание к данному утверждению. Да. Толстой написал замечательную вещь, по-моему, мы говорили, разрушение ада и восстановление его. Да. Прочтите, прочтите. Очень актуальные на сегодняшний день. 15 страниц. Да, были люди в наше время. Да? Ладно. Да. Теперь, Wi-Fi роутер, мобильные телефоны вредны своим излучением. Так же, как микроволновая печь, холодильник и другая разная аппаратура, пишет человек. Ну, правильно он пишет? Правильно. Но есть хорошая разработка Роскосмоса. Юникипер. Он работает на поглощении электроволн. Его можно, ну, и так далее. То есть, реклама дальше. Ну, замечательно. Пусть поглощает и дальше что. Ну, поглотил он, прекратил воздействие, у вас связь прекратилась, и дальше что. А если связь не прекратилась, значит, не поглотил. Ну да. Теперь идем дальше. 6 лет отучился в ВУЗе под телебашней с мощностью излучения 150-300 тысяч ватт. Красота, да? Да. Вот там, кстати, действительно в колпаке лучше находиться в полном, чем вот так. Роутер, Wi-Fi и мобильные телефоны отдыхают, он пишет. Правильно он пишет? Ну, относительно. Ну, с такой, так сказать. Нет, относительно. Ну, хорошо. Да. Ну, потому что разные воздействия. Хорошо. Со мной учились разные другие люди. Было это 30 лет назад. Угу. Все до сих пор живы и здоровы, у всех народились нормальные дети. Угу. У профессоров, которые работали под телебашней десятки лет, тоже все нормально. А я вот слышал другое, что в зоне видимости башни ВДНХ и прочее онкология еще в советское время зашкаливала. Конечно, конечно. Теперь дальше. А один по фамилии Лебедев в свои 77 лет бегал по лестнице там, что студента догнать не могли. Когда, это вот рубрика «Сосиска в голове», на самом деле, ну ладно, когда биологи, медики и же с ними, которые вообще не понимают, что такое энергия, кстати, это, в общем-то, правильно, начинают рассуждать о вреде радиоизлучения организма, просто смех разбирает. А на каком, кстати, основании у вас пока логики в том, что вот вас должен якобы разбирать смех? Никакой логики. Вообще нету никакой, товарищ дорогой. Ну, я не знаю, Гегеля почитаете, что ли, я не знаю, или Адама Смита, ну, чтобы логика появилась, какие-то зачатки. Теперь... Так, просто смех разберет. Меня он типа смог прослушать только 15 минут. Дальше началось переутомление, как он говорит, о бессмысленности звукового ряда. А я думаю, что у вас переутомление началось от того, что вы просто не в силах усвоить логически мыслить и усваивать
информацию такого ряда, над которой мои фразы я всегда строю таким образом, что там нужно много о чем думать сразу, и тогда свяжется. А если это не диктор с телевидения, который говорит: товарищи, новости там такие-то, и вы это дремлете под... Нет, тут вот нужен разум. Поэтому это вот... Ну что ж, хорошо. И что вы можете на это сказать? Насчет вот этих 130 тысяч ватт, и что все зашибись? Коротенько. Ну, во-первых, да. Вы вот посмотрите телевизионные... Наша Останкинская башня на какой высоте стоит? Почему их так вот высоко чтобы как можно поднимают? Количество... Для того, чтобы как можно... Дальше сигнал. Передать сигнал. Была так называемая система вышек, которые принимали трансляцию, телетрансляцию и так далее, и так далее. Эта система накрывала весь Советский Союз и до сих пор накрывает. И тот сигнал, то есть диаграмма направленности, она сверху идет. Как раз если вы учитесь там внизу, где-то ваш стоял, она может и не затрагивать вас. Настолько, если острый угол, то есть если вот прямо на башню. Но диаграмма направленности, она вниз не смотрит. Естественно, почему вы антенны поднимаете на крышу? Почему вообще вы их поднимаете, чтобы они принимали ваш этот сигнал? И потом мощность, естественно, она высокая, но мощность, еще раз подчеркиваю, осуществляет нагрев ткани. Это одна вещь. Но она там на вас не нагреет, потому что она мимо уходит. А резонанс вообще другой. А вот информация, которая передается, да, еще раз скажу, информация влияет в большей мере на организм и приводит к заболеваниям на уровне клеточном. Поэтому вот те сигналы, которые были, а к ним вы прибавляете сигналы от базовых станций, от ваших телефонов, это в миллион раз больше воздействия, нежели вот та вышка, которая телетрансляцию осуществляет. Вот сидит класс в школе, у 30 человек 30 мобильных телефонов в карманах лежит. Так они рядом с вами находятся. Без даже подпороговый уровень мощности выводит из равновесия организм. И а еще, потом статистика говорит же правильно. Онкология растет, это... Я знал это еще. Омолаживание болезни идет. Вот, это факт. Все об этом знают. И я это знал, что это не вредно. Да, я 80-е годы это еще знал, товарищи дорогие. То есть вот то, что и вот для вас. И вы не можете сказать, что дети ваших профессоров и ваши не болеют. Да все болеют, все больные. Это такой же бред, как утверждать, что. Да? Вы говорите, мол, о вреде алкоголя и табака? Да. А мой дедушка, хочется дальше матом зайти. 95 лет прожил, так что вы несете бред. Ну, типа, как будто я дебил-зритель. Вы что, конченый, что ли, идиот? Ну, вы-то уже идиот, не проживете и половины, может, столько даже. Нет, дедушка ваш, дурак, который пил и курил, 95 лет прожил, мог бы прожить на 30 лет дороже, больше он бы прожил. Может, на 100. Да, и он изгадил генетику вашему отцу. А ваш отец, конечно же, не святой, я думаю, человек, и также повторял жизнь своего дедушки, потому что вырос в семье, это, где ребенок растет в среде, так он и повторяет. Он изгадил вам жизнь, добавит туда, может быть, еще какое-то пивко каждый день, которое дедушка не пил. А вы уже юпи, может быть, хлебали, там вот этот концентрат химический, так сказать, красители в 90-е годы. Так что вы уже, если и родите детей, а они будут болеть с рождения у вас, то они уже доживут, может быть, лет до 35, а вам, ну, полтинник максимум, что грозит. Так что вот это из той же оперы бред, который люди потеряли логику и разум. Вы что, себя так дешево хотите обмануть, что типа вы столько, мол, проживете как дедушка? Да вы просто тогда... Просто я еще раз хочу, вот если серьезно говорить, с точки зрения надзора, с точки зрения науки, существует санитарно-гигиенический мониторинг, существуют гигиенические исследования и эпидемиологические, которые просматривают на протяжении долгого времени за состоянием на определенных территориях здоровья населения. И эти исследования фиксируются, делаются доклады государственные. Вот я вам покажу. Это 2005 года доклад. 2005 доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке Российской Федерации. Каждый год они публикуются. И здесь написано еще в 2005 году, что до сей поры не решен вопрос с детьми о воздействии электромагнитных излучений. Вот, пожалуйста. В настоящее время все большее число предприятий проводят аттестации и так далее. И шум электромагнитный, то есть радиочастотный диапазон, то есть не решен вопрос до сей поры с воздействием на детей. Это 2005 год. Вот, пожалуйста, у меня даже выделено здесь, вот на страничке 154, желтеньким, вот видите? Не решен вопрос, а уже прошло, извините, с той поры 13 лет.
когда перестали с этой поры вообще заниматься оценкой возимой техники. И что сегодня, о чем мы говорим? Страшное дело творится. Я еще раз призываю всех родителей разумных пойти к директорам школ. Хорошо, давайте даже из 50 на 50. Мы не знаем, вот мы не знаем. Вы хотите рисковать детьми? Я не хочу своими. Поэтому, дорогой директор, прикажите своим указом, имеете право, чтобы все учителя в обязательном порядке заставляли детей выключать, проверять. Вот пришли, как вот раньше вставали все, сказать, потом садились, значит, а вы вот телефон на стол выключили, директор, учитель посмотрел, и детям будет лучше, и учителю, который убиваются тоже от этого, и вы будете порядочным человеком. Да, я еще добавлю, вот мы же знаем, что такое гигиена, вы же руки моете перед едой. Хотя это... вы не видите микробов. Да, вы моете, это в привычку вошло, и всех детей учат. Потому что вы знаете, что это правильно, да, потому что вы воспитались. А вот это в тысячу раз воздействие хуже, нежели руки, не помыть руки. Да. И вы не задумайтесь, родители, еще раз вас предупреждаю, вы наносите вред здоровью ваших детей. И это факт. И если вы этого не осознаете, значит, вы совершаете преступление. Совершенно правильно. Ну, давайте дальше. Осталось немного. В смартфонах на ОС Android, я не знаю, что это такое, можно же выключить просто сим-карту. Wi-Fi, понятно. Это что, мало будет? Ну, если вы поняли. Не поняли, да? Не понял. Ну, и бог с ним. А надо, товарищи, формулировать мысли более четко. Теперь, а вот еще думаю, зачем все наклейки защитный, выполненный в виде какого-то символа, чаще очень даже оккультного характера. Вы можете что-нибудь сказать об этом? По-моему, это дверь для бесов, в скобках, а они входят через символы и живут в предметах. Закрываются скобки. Мы стали умными, в кавычках, гордыми, в скобках. Отчего презрели священное предание, которое, значит, составляли люди чистейшего ума. Как так можно? Это неразумно, очень неразумно. Я вам отвечу. Да, вот давайте. Действительно, символы управляют миром. Точно так. Этих символов мало кто знает. Эти символы мало кто знает. Мы используем символы древние, славянские, в программировании наших структур. Это называется программирование пространственных структур. У нас это изделие самый простой нейтроник. Есть у нас сложные антенны, которые программируются, и у нас есть язык программирования пространственных структур. Когда мы вот современный русский язык перекладываем на сочетание тех знаков и символов, которые осуществляют работу, потом они овеществляются в железе, и это железо начинает работать по той программе, которую мы туда заложили. Милости прошу, 5 лет обучим всех данному языку. Нет, да, проблем. 5 лет. Ну хорошо. А я скажу с точки зрения... Если желание будет. Ну я понимаю. А я скажу еще, вот отвечу с точки зрения логики. Я так люблю это делать, потому что вот вы говорите, что что-то там оккультного чаще характера. Ну, я тоже могу согласиться. Да, допустим, сейчас очень много оккультного характера. Только при чем тут вы это нам говорите? То есть вы как бы аналогию проводите, что а не является ли ваш прибор? А тогда давайте дальше размышлять. Если вот этот прибор, устройство, уменьшает, убирает пагубное, то есть плохое воздействие на организм ДНК, что видно по анализам крови, сразу проведенным, как эритроциты перестают склеиваться после звонка сотовой связи. Значит, мы видим, просто разумные люди видим, что это воздействие положительное. Теперь вопрос к вам с точки зрения логики. Если воздействие положительное, бесы ли делают это положительное воздействие? Может, это ангелы, извините. Да, да. Вот, то есть вы поняли, да, надеюсь? Вот, вот что такое. Так, хорошо. Теперь давайте дальше. Юрий Андреевич, была сегодня на ярмарке у вас. Ну, это важно. Кроме всего прочего, приобрела. Ярмарки у нас в последнюю неделю каждого месяца проходят в Москве. Следите, подписывайтесь на мой канал, следите за новостями, кто хочет. У нас там со скидками многие вещи. Но, кроме всего, приобрела 14 нейтроников для телевизоров, мониторов, планшетов, роутеров. У нас, кстати, очень многие берут по 10, 20, 40 штук. То есть очень многие за границу. Мы отсылаем любой город страны и любые страны мира, кстати, если хотите. Так. Но когда дома открыла упаковку, оказалось, что для роутеров надо такой же, как для телефонов. И еще не поняла. Я ответил. Да-да-да. Ну, чтобы мало ли у кого да, такие. Да. Для планшетов показано, как я поняла, две штуки наклеивать надо.
Одну спереди, а вторую как на телефон сзади. Это так? Так. Так. Да. И можно ли две штуки длинных, а не такие? Нет. А, ну все. Одна модель на экраны телевизоров, мониторов, другая модель на СВЧ. Все. Вот МГ-03 сзади, МГ-04М спереди. Вот МГ-03 желтенький квадратик слева вот такой, а МГ-04 зелененький вот тут квадратик. Да, да. Значит, желтый квадратик МГ-03 для мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, СВЧ, печей, Wi-Fi роутеров. А МГ-04 М. Да, МГ-04, вот такой зелененький, только не желтый, да, прямоугольник. Для чего? Для мониторов. Для телевизоров. Для того, чтобы вы принимаете визуальную информацию. Ноутбуков, да, соответственно. Да, там, да, и, да, и планшетов. Да. Все. Посылку с защитными наклейками получил. Благодарю. Прилагаю, ну да. Вопрос. Если не затруднит, найдется время. Поинтересуйтесь, пожалуйста, интересуюсь. Угу. Почему руна Турисаз находится в горизонтальном положении, ну это вот наклейка, под остальным? Отвечаю на вопрос. Вот это трехрунник, который вы видите в центре изображения, это кон сохранения энергии. И нужно знать, при сочетании нескольких рун или их взаимодействия нужны ключи. Вот в данном случае сочетание трехрунника дает воздействие и перераспределение энергии как кон сохранения энергии. Откуда-то взяли, куда-то переправили. Это сложная система, он так работает. Благодарю за ответ. Ну вот, я думаю, наш зритель этим ответом удовлетворится. Так, большое спасибо за важную информацию. Юрий, будь добры, сделайте подробный анализ по слуховым аппаратам. Какие из них доступны для использования? Можно ли их использовать? Не несут ли вред? Ну, понимаете, слуховые аппараты... Слуховые аппараты, я обращаюсь как вот к нашей теории, которую мы исповедуем и живем так, что человек, который не хочет слышать окружающего мира, теряет слух. И слуховые аппараты дают ему возможность этот мир слушать. Но чем больше он его использует, этот слуховой аппарат, тем меньше он перестает слышать окружающий мир. И потихонечку слух теряется и теряется. В данном случае с чисто физической точки зрения, да, ну что сказать, я ничего не могу сказать. Это на ваш выбор, как он воздействует, он ухудшает ваш слух. Вот все могу ответить на это. Вы начинаете слушать. У нас были примеры масса. Когда человек осознавал причину заболевания, начинал работать над этим, и слух восстановился. У меня у матери в 70 лет она начала питаться, как правильно питаться, на веганство перешла. Она на фабрике, на ткацкой 20 лет работала, слух потерял. Ну там, вы не представляете, грохот. И у нее еще предрасположенность была, уши болели. Она потеряла слух. Восстановился слух, извините. То есть, дорогие, в 75 друзья, она стала слышать нормально все. Только перейдя на нормальное питание. То есть это уже, это не все, конечно же, вообще не все, но это очень многое. То есть, если вы измените питание, все-таки поймете, что есть трупы животных, вы получаете еще эманации смерти, помимо чисто биохимического воздействия. Там идет многогранное воздействие на организм, оно все пагубное. Ну, не может быть в зле, насилии, убийстве, вот, так сказать, отнятие жизни, участие в этих убийствах, как кто ест, покупает, он участвует своим рублем, ртом, кошельком, всем остальным в этом общем процессе убить. Вы всегда будете получать и накапливать в себе, на своей карме, что называется, вот эту вот различную темную энергию. А вот, и плюс ко всему физически себя убивать. И естественно, будет только негатив, рано или поздно. В одном проявится это или в другом. Но это логично, это разумно. Добавлю. По теории Дарвина, вот этот процесс эволюции, так называемый, да, это касается только нечеловеческого мира. Потому как из многих источников древних сказано, что употребление мяса ведет к деградации и превращению человека в животное. И это факт. Это все знают, кто серьезно занимается энергетикой. Там, вот серьезные люди, они все не едят мясо. Ну, извините, спортсмены, вы почитайте Галину Шаталову. Извините, да, есть, да, «Здоровый, да, человек». Замечательная книга, ну, где все результаты спортсменов, которые не употребляют мясо и животную пищу, выше намного, чем те, которые употребляют. Особенно выносливость. Особенно естественно. Естественно. Это все как. Ну, я даже племяннику предлагаю. Ну, хорошо, мне уже, вот я с 56-го года, я предлагаю. Он там, ему 35 лет. Я говорю, ну, давай пойдем проплывем с тобой.
десяточку километров, как ты выдержишь или не выдержишь, или пробежимся там, или еще что-то сделаем. Ну, давай, давай, давай. Я говорю, ну, хорошо, пойдем вот летом с тобой посоревнуемся. Как у тебя? Или ты дровишек поколешь там 5 кубов. Хватит у тебя сил? Да все спекаются там на втором часу, потому что сил не хватает. О, да нет, ну об этом сейчас это отдельная тема, но вы просто не поленитесь, кто-то. А кто? Силач или кто-то спортсмен, веган? Слушайте, вот не задавайте такие глупые вопросы. Сейчас найдете в сети, наберите в Яндексе, вы сотни увидите примеров и так далее. Ну, об этом спортсмен в наше время. Там я более того скажу, просто открыто не показывают, иначе всем людям пришлось конечно, бы объяснять конечно. Правительству и Минздраву, что а тогда, значит, люди будут здоровее. А зачем это надо? Потому что управлять людьми нельзя будет. Ну, послушайте, спортсмены почти все уже веганы, кто хочет результатов добиться. Либо они там колятся постоянно, не пойми чем, либо они сыроеды вообще, потому конечно. Что иначе ты не вытянешь по энергетике, по нагрузкам вот это. Но это уже я знаю, ну, он, мою беседу, мой, посмотрите, вот телемост Арсен Маркарян. Ну и вот он по 7 видам единоборств, чемпион мира. Он веган-сыроед. Послушайте, что он говорит про закулисье. Кто там, чего вообще и как. Для всем известно. Ну и одну вещь прочту, она такая прикольная, но я не буду даже отвечать. Это будет затравка для того, чтобы вы посмотрели, я это озвучу, наверное, во второй части «Сосиска в голове» моей рубрики. Ну просто она не насчет вроде еды, хотя... Давайте. Причем пишет это такой, знаете, кто не Вася Петров, а русские фильмы, мелодрамы там... Почему? Ну ладно, хорошо. Может, канал у меня такой. А вы не думали, сколько жизней спасли благодаря сотовой связи? Или того же интернета? Плюс ко всему, сейчас стало меньше маньяков и убийств, что везде есть камеры, потому что везде есть камеры, которые работают благодаря интернету. Боже, какие вы психи! С чем тогда ваше счастье? То есть он в этом, видимо, счастье ищет. Мы от него это счастье убираем, и он пытается нападать, чтобы оставаться... в благостном расположении, так сказать, жизни и духа. В том, что вы даже пожрать нормально не можете. Мы нормально жрем. Так, мы едим. Да, 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 да. Значит, вы нормально не можете. Ну, я как бы его. Вы такие убогие. То есть, вот как его задело-то. А, как его задело. Телефон-то из мозгов у него вытаскивают. Мы счастливые люди. Да. Вам еще не хватает для полного счастья поверить в Бога. Мы вообще-то а не... мы верим. Нет, нет, мы верим не в Бога, мы верим Богу. Ну, то есть, или там богам, да. То есть, это как бы, да. Да мы... Так, теперь. Вы говорите, основная часть людей зомби. Хм. Нет, это не так. А знаете почему, кстати, интересно, почему? Я вам отвечу. Потому что сейчас есть возможность выбирать. О, да вы еще и демократ, либерал, видимо. Благодаря тому же интернету. Что смотреть и что... А раньше, типа, нельзя было... Вообще-то мудрые люди писали, что даже в ГУЛАГе у них был выбор. И, так сказать, было, как бы это сказать... Человек может быть даже в заключении свободным. Вот вы подумайте над этой глубокой мыслью. Я бы сказал вольно. Ну да, если перефразить. Так, теперь. А тут вот он пишет. Благодаря интернету, что смотреть и что кушать. Нет, ну хорошо, а что тут противоречие? Да, с этим нельзя, так сказать, не спорить. Более того, это те грабли, на которые те люди, силы, которые имели монополию на информацию, наступили на эти грабли, выпустили из рук своих, из управления монополию на эти знания, это правда. Только подождите, а что вы хотите этим сказать? Что нельзя проводным интернетом пользоваться, когда не будет такого воздействия на вас, как постоянно вы через смартфон теперь весь мир изучаете круглые сутки? Вы это что, не можете осмыслить? Так кто вы тогда по интеллекту, если это так непонятно? Теперь дальше. Он типа отвечает, что кушать вы... Да. Что смотреть можно теперь видеть? Что смотреть? Что кушать через интернет? Также скажу про больницы, что большинство медицинских аппаратов используют Wi-Fi. Да, миллионы вещей спас Wi-Fi, миллионы. И мобильная связь. Еще этот чувак так яро рассказывает обо всем, а сам-то по-любому пользуется всем этим. То есть он знает, чем я пользуюсь, как я пользуюсь. Видите, он за меня, он лучше, чем я, это знает. Я, дорогой товарищ, вот этим всем не пользуюсь, но я пользуюсь... И я не пользуюсь. Да. Я пользуюсь проводным интернетом, отвечаю на вопросы, пользуюсь кнопочным телефоном. Да, и да если бы... Да, да, не да. более 30 да, минут да. в вот, сутки. Хорошо, да. Причем занимаясь делами. Да, если бы не было интернета, тебя бы никто не услышал. Создайте свое сообщество, езжайте в тайгу. А мы создали и уехали, можно сказать, на севера.
Там будете жить без него, дровами топить будете, печку. Кстати, это шикарная вещь. Это радость, а вы, дурачок, этого не понимаете. Лечиться поддорожником. Короче, бред зачем? Полный. А зачем лечиться-то, если не болеешь? Если не болеешь, нет. А если что-то, кстати, ногу человек поранил, то в школе еще, если вы в советской школе, конечно, учились, должны знать, что лечиться поддорожником, например, от многих проблем, чтобы инфекция не попала, чтобы быстро рана зажила, это самое лучшее средство. Да. Так что зря иронизируете над чем? Надо мной? Нет, над природой. Вы считаете себя умнее и мудрее природы, значит, вы конченый дебил. Ну, что я могу тут еще сказать? А насчет того, что вас никто не будет знать, дорогой товарищ, когда вы еще, может быть, под стол пешком ходили или как-то так поинтеллигентнее вам объяснить, я, скажем, свои большие первые деньги, миллионы заработал, когда не было никакого... Ну, не то, что интернета. Интернет уже был. Wi-Fi не было. Никакого беспроводного интернета не было. И у меня не было никакого сайта. Это была тема элитной аквариумистики, создания аквариумов, их обслуживания, там, дорогих рыб аквариумных продажи. Это серьезная биологическая работа, маркетинговая, общение с клиентами. И как-то мы обходились без всех... Ну, телефон, какая разница, мобильный или городской. Звонили, ездили, встречались, общались. То есть, не было никакого, по сути, пользования интернета. И клиенты ко мне, скажем так... То есть, вот я не использовал YouTube-каналы, у меня не было. Это называется сарафанное радио. Да. Если вы делаете доброе дело, и у вас есть что предложить людям, а люди об этом узнают, и к вам будет очередь стоять. Да, потом, как вы думали, а как купцы, например, раньше, говоря о бизнесе? Да, конечно. Как конечно. Общались вообще без телефона? Слово. Да, то есть, вот вы подумали, или этого ничего не было, или не было, например... Старобрядцы, ну, допустим, купцов-миллионеров были, и купцы, да и не только, и в Нижнем Новгороде, да, ну, и, да, и старобрядцы, которые очень были состоятельные, целые, как вы говорите, сообщества. Причем скромно жили. При этом жили, кстати, лично, да. Вот они-то как-то, наверное, зарабатывали эти деньги, да, и, наверное, не все, так скажем, нечестным путем, ну, тут кто-то наверняка сказал, почему? Это совершенно не противоречит. Потом, и вопрос даже, кстати, если уж усугублять эту тему, у кого-то же протесты будут насчет больших денег, заработок. А ведь вопрос еще не только в том, да, надо зарабатывать их честно, то есть не обманывая никого при этом, да, никаких, чтобы не было, так сказать, ну вот, мошенничества, это естественно. А еще второй вопрос. Вопрос в том, зачем эти деньги нужны, для чего человек тратит, на что эти деньги. Если расценивать деньги как инструмент и расценивать деньги как временную меру стоимости товаров и услуг, понимая, что ты эти деньги, то есть средства, можешь направить, вернее, на какие-то средства производства, на восстановление, например, земли, деревни, села русского или на что-то еще хорошее, то вот скажите себе, это задачи и цели плохие, порочные, пагубные или они, наоборот, благостные, хорошие? И, так сказать, нормальный человек поклонится до земли такому человеку, кто делает вот это, например. А вы лично, так сказать, вот свои протесты разного рода, вот такие люди, вот мне хочется узнать, зачем, для какой цели? Вы нашли самые, так сказать, недостойных людей, что ли, может быть, в нашем лице, и вы выражаете свои протесты, они у вас откуда идут? От злобы на мир, может быть, на правительство, на какие-то несправедливости? Или наоборот, что вы хотите жить спокойно, ни о чем не думая, как овощи, или там, скажем, существовать для своих удовольствий, наслаждений и так далее. Но тогда задайте себе вопрос, кто вы такой, зачем вы живете, зачем вы в этот мир пришли, что вы хотите оставить в этом мире после себя? И тогда ваша злоба должна на себя быть направлена, она на вас-то и направлена. Просто вы ее от беспомощности, от бессилия, от того, что в точку мы попали со своими вот этими мыслями, которые мы хотим донести до любой с этой информацией, она на вас воздействует, и ваш протест внутренний выплеснули таким образом. Только выплеснули вы его на себя. Ну, вот то, что я хотел добавить. Я согласен с этим. Конечно, вы вспомните, на самом деле, до введения денежного оборота был обмен. Спокойно люди меняли продукты и жили. Почитайте те же хроники, например. Как ярмарка была, приехали, обменялись, что вам нужно было. А на самом деле хозяйство полностью себя. Моя мать говорила, что они жили полностью себя, обеспечивали всем. Одеждой, обувью, питанием, энергии, никаких одежда. Проблем. Причем она была экологическая, для души сделанная. Лен, шили, да. Вышивали те знаки,
о которых мы сейчас говорим, которые вам помогали с родом соединиться, с землею, с богами, с природой, и жили гармонично, песни пели, вы вспомните даже фильмы 50-х годов прошлого столетия. Наработались, едут песни. Где сейчас песни поют? Где душа-то радуется? Вот фильм даже «Волга-Волга». Да, да, вот, да. Ну, да. Посмотреть, но это же жить хочется. Конечно. Это же... Радостные люди были, счастливые. Даже, кстати, на Арти есть фильм «Счастливые люди». Посмотрите на Енисея, как живут до сей поры охотники и рыбаки. Да-да-да, кстати, несмотря на то, ну, мы не будем говорить аспект там вот... Неважно. Просто прочувствовать вот эту вот мудрость этих людей от земли. Не тех, конечно, которые ради того, чтобы... Глаза осветятся радостью. Да, они мудрецы, какие их мысли, философы, люди. Конечно. Философы. То есть, вот обязательно, кстати, посмотрите, кто не смотрел. И знаете, что я еще скажу? Вот я помню, я вот у Федора Григорьевича Углова, ну, кто, может, знает из зрителей постоянных, это великий русский хирург, и писатель, и патриот, и так далее. Вот я у него был в Комарово на даче, и вот мы тогда сидели, он, Эмилия Викторовна, его сын младший, а он музицировал на пианино. И вот как мы провели вечер. А со мной был мой сотрудник, ну, как и водитель, и помощник. У меня был такой вот, ну, мужик такой, ну, такой в возрасте, хозяйственный, настоящий такой, как вот раньше, в руках все. У него до сих пор домотканы от бабушкины, там еще до революции. Полотна сканы они приносят, там просушивают, ну, на солнце, ну, чтобы не... Так, да. Ну, у него все в руках горит. Так, и он сидит, он говорит, как же я этого давно вот не видел, не чувствовал. А что было? А мы... Он музицировал, мы пели, старые песни, мы, так сказать, вот говорили. То есть это потеряно в современном мире, к сожалению, это ужасно. И вы, дорогие друзья, не можете многие даже оценить, насколько это прекрасно, если вы никогда не испытывали эти чувства. И поэтому, так сказать, вот то, что мы еще можем почувствовать как-то своей генетической памятью, увидя это в каких-то фильмах, на каких-то хрониках, вот смотрите их, не современные фильмы «Матрица» и прочее, так сказать, а вот это, чтобы вы хоть почувствовали, что мы потеряли, и к чему в идеале надо стремиться, если мы хотим, чтобы мы были гармонично развитыми созданиями, существами, чтобы мы могли творить что-то на этой земле, так сказать. Вот для этого надо прочувствовать вначале, чтобы понять, по какому пути идти стоит, ну, а если вы считаете не стоит, ну, пожалуйста, можно идти по-любому. Но все, что противоречит природе и разрушает ее, разрушает и вас. И, соответственно, так сказать, мы не будем, мы в компьютеры не вольемся, это бредни тех, кто вам вбивает это в голову, вот начиная от фильмов «Газонокосильщик» 90-х годов, когда там сверхразум, вот компьютеры и все прочее, это все противоречит жизни, природе. И если мы будем ей противоречить, то мы всегда пинок под зад получим, как, собственно, и получаем. Поэтому, да, развиваются науки, технологии, а болезни почему-то все больше и больше. И сложнее, и никто с ними не знает, что делать. И они еще молодеют. Если 30 лет назад были определенные формы лейкемии, другие формы заболеваний и прочее, там лет с 30-40 и то редко, то сейчас уже 10-летние дети. То есть вот вы, а вы радуетесь, что вам скоро в жопу чип вставят электронный, и вы говорите, все же для нашего блага делаются. Ну, такие люди, я не все, а которые вообще на голову больные. Они говорят, все прекрасно, это же технологии. Вы что, хотите в тайгу уйти или что-то? Вот я бы хотел, честно скажу. Да. Только не уходить, а чтобы к нам разумная жизнь вернулась. Я бы хотел. Это невозможно пока. Но, так сказать, мы несем вот эту информацию, чтобы хоть задумались, и вы в своей жизни либо что-то изменили, либо хотя бы знали, что вам надо это менять, чтобы сохранить эту жизнь, и чтобы нормально развиваться, и чтобы у ваших детей и внуков было будущее, а иначе его просто не будет. Или это будет электронный концлагерь. Ну. И я дополню. Есть два пути основных, ну, сейчас развития. Это технократический, по которому мир идет. Он ущербный, вредный, и он деградирует. И приводит в тупик человечество. Есть духовный путь развития, где человек стремится душу развивать, способности развивать и свои возможности развивать. Он не ограничен в развитии. Не ограничен, потому что у человека столько возможностей внутренних и от рода, от богов природы, дано ему, чтобы он эти способности гармонично превращал в мир и создавал пространство вокруг себя гармоничное. Поэтому выбор ваш, и вам всем решать, куда идти. Но технократическое, оно
тупиковое. Ничего, кроме вреда для души, это не приносит. Ну и для тела тоже, разумеется. И, естественно. А тело разрушается, вы будете роботами. А в здоровом теле здоровый дух – это абсолютно точно. Потому что если тело больное, ну о каком духе и развитии духовном вы будете говорить вообще? Это как-то, так сказать, ну... Вот, я еще, может быть, хочу дать такую подсказку для людей, чтобы вот, может быть, знаете, может быть, проймет. Ведь разное бывает, человека... Какое-то не слово, а образ проймет, что-то в душу поселит. Вот я советую, например, картины Васильева, там, Иванова, художника. Посмотрите, конечно. Может быть, вы что-то почувствуете, не поймете, а хотя бы пока почувствуете, и потом сама вот эта путеводная, как говорится, звезда вас, так сказать, вот поведет в мир, который, так сказать, вы откроете для себя с большой радостью, хочу я вам сказать. Ведь что главное, да, в жизни, ну, если уж так приземленно говорить, быть счастливым, так вот, человек, ну, все хотят счастливым быть, но почему-то вот если задать себе вопрос, а счастливы ли вы, ну, многие скажут, все-таки нет, если не кривить душой, конечно. Нет, ну, для кого-то счастье, как для Обломова, лежать на диване и, так сказать, ничего не делать, может быть. Но тогда вы просто себя обманываете так вот низко и глупо, что недостойно это здравомыслящего человека, такой низкий самообман. А если говорить вот все-таки честно перед собой, да, то, ну, нету счастья, наверное. Почему? Потому что что-то, вы скажете, не хватает. Чего? Ну, а будет завтра это, а будет тогда счастье? Вот вы скажете, посмотрите свое прошлое и скажите все-таки честно себе. Нет, не в этом счастье. Наверное, ближе будет тот к правде, кто скажет, может быть, счастье в гармонии в какой-то. А тогда что такое гармония для человека? А вот задумайтесь, что такое человек, кто я в этом мире, зачем я пришел и что нужно, так сказать, вот для чего я живу. Ну вот тогда, может быть, вы поймете, что без природы, а ведь все эти технологии разрушают природу, и мы, как часть природы, тоже разрушаемся. Тогда что будет логичный вывод, какой из этого? Наверное, так сказать, прийти к какому-то гармоничному существованию. А тогда надо думать и понимать, что есть, так сказать, принесет в нашу жизнь гармонию, а что нет. Я вот, например, лично сейчас задумываюсь уже не ну, у меня дома и там строится, куда я в своем хозяйстве, ну, из одного в другой переедем, а это будет сдаваться, да? Там и русские печки строятся в каждой половине. Да, и дровяное отопление, про которое почему-то так ругает и считает это каменным веком, вот такой товарищ, который... А я считаю, что это вот наше будущее, я вот, например, считаю, это истина, а поэтому это и прошлое, и будущее, и настоящее. Просто, может быть, настоящее искажено, но это не значит, что оно нормально, настоящее. Ну, так сказать, если вообще возможностей нет каких-то там, ну, не надо тогда просто говорить, что все это глупость. Надо быть честным, и, так сказать, человека перед собой, что не естественно. А вы знаете, что вот мудрецы как говорят, что вот вечно можно смотреть на огонь и на воду. А почему они так завораживают? И что это есть, вот это заворожение? Почему такая радость или какая-то приходит, ну, такое ощущение вот этой гармонии, по крайней мере, первая ступень? Когда мы смотрим, и почему мы можем действительно долго? Ну, большинство людей. Сейчас я понимаю, появятся противники, скажут, нет, это, а я не могу. Ну, может, вы только уже можете быть в компьютере, это понятно. Такие люди тоже есть. Но вот почему это для человека, для большинства дает? Ну, вот, наверное, в этом правда, да, какая-то есть, потому что. А вот на звук, треск от вот этих вот высоковольтных проводов, наверное, не будет причинять вам такую же радость, как созерцание костра или ручья текущего, да? Нет, конечно. Нет, конечно. А значит, вот вы ответите сами себе на вопрос, где правда. Да, наверное. Ну, вот это есть логика, хотя бы даже... Один случай у нас был интересный. Мы стояли с моим другом у метро. Подходит к нам старичок. Солнце яркое, лето, зенит. Смотрит на солнце открытыми глазами. Говорит, да, друзья, молодцы. С нами разговаривает. Ну, вы тут по делу пришли. И что-то два слова еще сказал. Вот, не мигая на солнце смотрел. И мы так удивились, посмотрели на него. И он ушел. Говорит, вот, товарищ, на солнце смотрит, не мигая. А вы знаете, что чем дольше вы смотрите на солнце, тем больше в вас входит энергии божественной. И тем чище душа. Посмотрите, попробуйте на солнце открытыми глазами, не мигая. И вы тогда поймете, насколько вы несовершенны. Мы все несовершенны, но тем не менее, чем вот больше вы на солнце смотрите, тем больше вы ближе к здоровью, к духовному совершенству. Тем более, что это мы еще лет как раз 20 назад исследовали вопросы, связанные как раз с духовным развитием, с энергетикой, физикой и духовным развитием. Что такое духовный уровень? Это уровень понимания ваших действий в миру, как в мире, так и в божественной ипостаси.
Чем выше у вас духовный уровень, по энергетике, тем тоньше энергия в вас вливается, тем здоровее физическое тело. А в физическом теле те болячки, те недомогания, которые у нас есть, это и есть индикаторы, сигналят вам о вашем духовном несовершенствовании. С этим можно не бороться, а работать как? Над вашими эмоциями. Эмоции – это как раз есть негатив, который в нас происходит в душе. То есть очищать душу. Вот знаете, как мы написали такую шкалу, где и все определили. Ну, во всяком случае, я так начинал работать над собой. Что на каком уровне я нахожусь? В физическом, энергетическом, духовном. И что мне предстоит сделать, какие недостатки из себя изжить. И работаю. Самая сложная работа – убирать недостатки из себя. Да. То есть эмоции. Да. Что такое злость, например, злость? Да, вы там конрезонанс о чем говорит. Если вы разозлились на то, что к вам прилетело, значит, сами несовершенны. И вот, вот эти коны основных 16, которые позволяют нам работать над собой. Подсказки, как работать над собой. Что нужно сделать? Успокоиться, потом посмотреть, почему это происходит. Когда вы убираете причину, в нас все причины наших несчастий, недомоганий, болезней, неудач и так далее. Судьба строится вами, никто не виновен в этом. И когда вы начинаете исправлять внутри себя, то мир начинает быть гармоничным. Ну да, безусловно, конечно, существуют разные воздействия дополнительные. Там сейчас есть, но это уже очень большая тема, коснемся, там и программы вкидывают. Не, это отдельная история. Да, которые блокируют, вот, кстати, безусловно, коды, которые в нас входят, в том числе сейчас максимально через телекоммуникации, которые блокируют даже наше духовное развитие. Перерождение, да, там целая идет такая, да. Но, это но уже... у нас есть защита, нет, есть. Не надо беспокоиться, ну, все-таки да. Родовые защиты, они сильнее. Да, но вот тут есть. Но мешают сильно. Мир это вот постоянное, вот это вот, как бы сказать... Светлых сил, темных, так сказать. Нет, сейчас свет. Мы же понимаем, что в эпохе волка живем. Ну вот мы будем, да. Но, по крайней мере, значит, в людях остались эти зашкаливающие вот эти установки подсознательные. Очень много. И с ними очень тяжело бороться. Они очень сильны. Так же, как на простом плане, вот наши привычки, вот о чем говорили, лень наша, страшная сила. Ну, лень, конечно. Лень и страхи. Запускают все болячки. Страхи и лень, боязнь чего-то нового, даже если это новое, правильное, то есть вы понимаете разумом, что да, правильно, но боитесь, потому что вы зациклены, и вы боитесь что-то менять в своей жизни. Вот это очень пагубно сказывается на возможности развития человека, как в духовном, физическом и прочем планах. Поэтому вот я хочу в завершение, наверное, уже, да, что пожелать, но здравомыслие, если совсем, так сказать, кратко сформулировать, убрать страхи, боязни. Думать и мыслить, критически осмысливать, но и логически мыслить. Мы же перестали осмыслять даже логически. А плюс к тому вдумчиво, говоря о духовном о чем-то, вчувствоваться. Но помнить, если эти вам вы, может еще показаться, что вы думаете о чем-то, вот так сказать, воспринимая вроде бы от Бога или откуда-то свыше, всегда осмысляйте это еще через, вот сказать, критический анализ. Потому что если то, что вы информацию получили, противоречит со здравым смыслом, или противоречит совестью, или вашим внутренним мерилом, да, или противоречит с законами природы, то от кого вам это пришло, стоит подумать. А не перестраивать все под то, во что вам хочется верить. Вот это очень важный момент. Поэтому здравомыслие – это вот это и есть примерно. Так, ну и боритесь со своими слабостями. Человек, жизнь – это тоже и борьба в какой-то мере. С чем? Со своими пороками, страстями, привычками пагубными и так далее. Чтобы возвысить себя, жизнь – это непростая штука. Это как жить, пройти, не поле перейти. Да, это, извините меня, это нормально. А расслабиться и типа плыть по течению, ну, от этого вам это точно не то, для чего вы в этот мир пришли. Наш мир, вот это наша учеба, это урок, который мы проходим. Урок – это работа, это труд над собой. Поэтому вот это тоже здравомыслие, подумайте об этом. Ну вот, и мы сами были бы рады жить в том мире, когда вот это нам бы не понадобилось. Конечно. Все это, жизнь так проще было бы и радостнее. Мы бы другими делами занимались бы. Хотя занимаемся, но занимались бы вообще только любимым, так сказать, всем, только делом. Для счастья, так сказать, для радости себе и других жили бы, и другими делами. Но вынуждены, в том числе, живя в этом мире, мы, так сказать, вот хоть как-то облегчить тем людям, которые, так сказать, дошли до того понимания, что хотя бы как-то, что же делать в этом мире, если мы сейчас не можем уехать из города, там, допустим, по каким-то причинам, так сказать, еще что-то, но хоть как-то что-то.
Ну вот поэтому я говорю, вот мы говорим о питании, о изменении, так сказать, вот по 9 пунктам, так сказать, вот посмотрите мои вводные лекции, 9 причин, влияющих на здоровье человека, физическое, как следствие, на духовное. И это важнейшая тема, о которой я уже много лет говорю, о воздействии электромагнитных, СВЧ, вот этих излучений, всех вот этих вот ретрансляторов и так далее. Ну что с этим делать? Да, кто-то может сделать радикальный выбор, уехать там, решил, созрел, вот лично он. А кто-то говорит, а я хочу, вот тоже есть такое, кстати, я согласен с этим мнением, некоторые говорят претензию такой, вот, мол, уезжают, все поселения кидают, а кто же здесь будет, всю систему у меня, вот это все, меня, кто, где бойцы те, так сказать, которые, поэтому я вот согласен с теми, которые, не скрываясь, молчат и вот живут отшельниками. У кого-то и такая цель важна, но большинство людей правильно. Некоторые говорят, вот анастасийский проект для чего сделан? А чтобы самых здравомыслящих людей, не чтобы они боролись с тем, чтобы вот мир к лучшему изменить, а уехали и они не были бойцами. В этом тоже есть определенный здравый смысл. Логика. Да, потому что, так сказать, мы действительно должны... Поэтому вот вы дошли до Совета Федерации, ну, так сказать, вот с этим вопросом. Это огромное дело. Я... Хочу еще в этой связи сказать, что, дорогие друзья, вы поддержите в этих начинаниях всех людей, кто пытается наш мир изменить к лучшему. Чем? Своими письмами, я имею в виду в том числе во все законодательные органы. Конечно, конечно. Своими предложениями, петициями, так сказать, требованиями вы, это слуги народа, вы имеете право требовать, а не просить, извините меня. Да. Значит, вот будьте, вот как нам говорят, что вот правильный один мудрец, да, сказал, что вот... Опасен не так предатель или убийца, который может только предать, а равнодушные люди, потому что с их молчаливого согласия совершаются все эти преступления. Это истина абсолютная. И вот давайте не будем, еще вот мое пожелание, не будем равнодушными людьми. Потому что и от нас зависит. Кто-то говорит, опять-таки, это люди, кто говорит, так от нас ничего не зависит. Они прячутся в себе и как бы оправдывают свое бездействие вот такими успокоениями для себя, что типа ничего, зависит. Да, а я скажу даже больше. Даже если не зависит, я обязан, это, чтобы моя совесть была чиста. Вот я так еще скажу. Да, ну, я еще два слова скажу, что для ученых людей наука – это познание непознанного. И не надо осуждать тех, кто занимается тем, чего вы не понимаете. Да, пока еще не понимаете. Это сказал, кстати, Капица. Ну, очень разумно. Академик разумно, да, и я с этим согласен. И второе – чем выше вы по духовному пути развития идете, тем меньшее влияние на вас оказывает окружающий мир. Это факт. И мы, у это нас так. Есть это доказательная база того, что это происходит. Потому как вы вспомните, что наш Христос, опускаясь в антимир туда, так. Не пострадал от этого, хотя он губителен для нашего мира, да, когда да. У вас жизненная энергия уходит. Чем выше вы стоите по духовному на духовном уровне, тем меньше на вас влияние оказывается. Я вот это сейчас вашу мысль очень важную, но не то, что упрощу, а приземлю до более примитивного для понимания людей. Вы знаете, дорогие друзья, что сейчас существуют технологии, давно разработанные, воздействия на покупателей в супермаркетах. Да. То есть звук, как, где что расположить, конечно. Какую информацию, тропинки, которые там. То есть вот десятки маркетинговых и... хитрых приемов, звуковых, световых и прочих. Значит, так вот, я вам скажу, и это воздействует на людей, и люди как зомби в этом смысле берут и делают то, что система, ну то есть вот разработанные технологии хотят, и те, кто от вас этого хочет, что вы это покупали не особо, а потом даже приходят домой, ой, зачем я это купил. Так вот, вот я, например, хотя я не хожу, ну бывало, может, два раза за последние лет 15 я заходил, но на меня это не воздействует. Потому что я сразу понимаю, как это воздействует. Вот, кстати, понимать оружие врага, ну, скажем так, это вот предупрежден, вооружен, мудрая пословица. Все правильно. И вот не воздействует вообще. Ну, так вот, если бы эта степень осознанности людей, хотя бы первый шаг вот этот, был высок у людей, понимали, что и как в этом мире устроено, то на вас бы эти меры не воздействовали бы. Может быть, более все совершенные, что-то сильные средства, да, воздействуют. Но нам, поэтому это и есть первая ступень. Это та же аналогия, о чем Толстой хотел донести. Первая, вторая, на пути к человечности. А если человек высоко вот это вот развит, уже понял, осмыслил это и в себе развил, то тогда на него и более серьезные воздействия уже не будут оказывать этого разрушительного
воздействию, да, как на тех людей, кто не подготовлен и не защищен. Правильно? Правильно. Ну вот. Ну, на этом давайте и завершим нашу вот эту четвертую встречу. Конечно, у вас будут другие вопросы, у вас будут и протесты у кого-то. Мы с радостью расскажем и ответим на эти вопросы. Ну и вот встретимся в следующий раз. Так что, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы вы видели уведомления о новых видео. Подпишитесь на рассылку, если вы хотите о каких-то новых технологиях узнавать, поступающих в каких-то товарах, приборах. Ну, может быть, вы захотите это тогда. На сайте nadgar.ru в самом низу ваш e-mail пишите, нажмите «Подписаться», и вы будете получать уведомления, и нам будет проще не отвечать тысячи раз на одни и те же вопросы в разных сферах. Ну вот, собственно, на этом, наверное, мы и закончим, да? Желаю еще... Да. Чтобы вы подписывались вашим настоящим именем. Вот. И еще хорошо, вы же нас видите, вы наше лицо. Мы не скрываемся, говорим с вами открыто. Кстати, да. Ну, да. Фотографию поместите и напишите Иванов, Иван, Иванович. Они... Чтобы мы с вами на равных были. А что это нехорошо, когда вы в засаде сидите, мы перед вами на открытом поле, а вы нас на прицеле держите. А еще разные гадости. И, знаете, и гадости говорите. Особенно те люди, кто самое огульное и гадостное, пакостное несут, они все время любят подписываться либо абракадаброй, либо типа хозяин стрима. Да Вася, ты Петров, а не хозяин стрима, ё-моё. Напишись ты, кто ты такой? Да, и свою фоточку это вообще желательно. Ну, чтобы, так сказать, какая-то... А то как-то это нехорошо и нечестно получается. Нечестно. Действительно. Вот, давайте еще об этом. Вот с этого надо начинать над собой. Да, конечно. А то все мы задним человеком... А, кстати, скоро будет... Это одно из малого того, из малых тех... То, что вот система делает, чем я просто радостен и согласен на 100%. Вы знаете, что скоро принят... Ну, как это, законопроект правильно назвать? Причем скоро запретят регистрироваться на всякие абракадабры, да, и будет только по паспорту. Да, какая это радость. Правильно. Будет, например, Петров Иван Иванович. Конечно. И никак, и мы будем знать, что вот это пишет, вот это вот Петров Иван Иванович, и он ставит свою фотографию, и не можете вы, будете скоро завести 10, 20, 100 аккаунтов, чтобы гадить или что-то делать с разных. А будет один у вас, или два. Регистрируйте, что у Васи Петрова два аккаунта. Вот. Я хочу подчеркнуть, что в Японии конкретно привязан, например, тот же гаджет к определенному человеку со всеми его данными, и он не имеет права от этого отвязаться. Один телефон, один человек. Потому что... И он известен, и вы там никаких гадостей не наделаете. Вот, потому что человек должен отвечать за свои слова, поступки и всякие прочие, так сказать, словесные штуки. Потому что словом тоже можно человека ранить, задеть. И убить. И, да, и разных подлостей сделать. Поэтому, чтобы это все было с обратной связью и в том числе по закону, это очень хорошо, что такой проект, законопроект есть, и скоро те люди, которые используют для гадости и всякие, как их там, тролли и прочее называют, вот скоро они не смогут эту гадость сделать. А если смогут, то будут вынуждены аргументированно доказать то, что они, значит, утверждают. По меньшей мере в морду получат. Или по меньшей мере, да, легко будет это сделать. А то все смелые, которые знают, что смелые они потому, что до них дотянуться пока не могут. Но вот скоро смогут. Так что на этой прекрасной ноте мы закончим данное выступление и нашу беседу. И до новых встреч, дорогие друзья. Всего вам самого лучшего. И всем порядочным людям мы желаем крепкого здоровья, здравомыслия и всех благостей. И гармонии в жизни. Да. Всего хорошего. До свидания.